Всех приветствую. Сейчас я еду в сторону автостанции. Магазин «Колорит», кто знает, это улица Гаврилюка. Вчерашняя дорога разбитая. Ну, я сейчас не по дороге. Я еду на заправку «Бимол». Сегодня акция. Короче, эта заправка долгое время не работала, так как была на ремонте. Сегодня у них акция на 2 часа. Первым 100 клиентам, кто заправляется, по 10 литров бесплатно. Эта информация мне поступила, я ее не знаю, решил проверить. Вот сейчас пытаюсь подъехать к этой заправке, но вижу, очередь здесь колоссальная. То есть, практически я не двигаюсь, мы стоим на месте. Многие люди едут, они сами не знают, почему пробка. Обижать я ее как бы не рискую, потому что очень много встречного транспорта едет. То есть, вот как бы вот так вот. Решил вам показать, что происходит сейчас в данный момент. Ажиотаж. Кстати, эта улица, вот как открылся магазин «Колорит», здесь никогда не было пробок. Вот после открытия этого магазина здесь постоянно пробки, постоянно. Это, кстати, дорога республиканского значения. Вот сейчас еще и «Бимол» открылся, и получилось здесь затор конкретный. Вот я уже стою с вами сколько. В принципе, я включил, я уже стоял. Сзади меня тоже целая колонна, вплоть до Елпуга. Вот. Уже идут с камерами. Снимать хотят. Привет, Федор. Вот Алексей, Камрад ТВ, пошел походу снимать, что там впереди у нас происходит. Сейчас я попробую вам показать, сколько машин сзади. Ой, не видно, не могу показать вам. Ну вот люди поехали на встречку. Пытаются объехать эту колонну. Да. 10 литров это хорошо, но до них добраться еще очень сложно. Хотя сейчас вот у меня показывает 4 минуты третьего по часам. Вряд ли я доберусь до туда. Я, в принципе, не рассчитывал эти 10 литров получить. Но хотел увидеть, что здесь реально происходит. А вдруг перепадет, кто его знает. Все, пошли заторы. Фура не может проехать, начались скандалы. Похоже, я 10 литров, едя здесь, сожгу быстрее, чем доберусь до туда. Ну все. Короче, много нетерпеливых. Все пытаются объехать. Ну все, приехали. Вам видно все хорошо, надеюсь. Так вот, Федя, вышли, видишь, что происходит. Как пропустить наглых, да, которые выехали, пусть объедут. Ну давай, езжай, что-то.
Неужели начинаем трогаться? Ага. Я тоже, оказывается, вышел на встречку. Ага, это колонна, походу, на заправочку. Видите? Сколько желающих получить 10 литров. Не, я не буду стоять за 10 литров. Хотя у меня в баке мало горючки, но у меня нет столько свободного времени, чтобы стоять за этими десятками литров. О, и полиция у нас там стоит. Да, это все на заправочку, все на заправку. Это только с одной стороны, а вторая сторона не видна даже. 100%, больше времени потеряю, нет смысла даже тратить на это время свое. Короче, вот, видите, они все пытаются заехать на заправку. А я еще думал сына отправить на машине. Думаю, ладно, не рискну. О. Вася, улыбнись, ты в кадр попал. Вот она, заправочка Бимол, как вы видите, да? Вот. Все хотят, вот ТВ здесь. Не могу останавливаться, полиция подгоняет. Пиздомеси, говорит полицейский. Вот так вот у нас разговаривает. Пизда Месси. Все, я заправился, Федор. Хватит. Воздушной солярочкой мне вполне достаточно. Короче, любим мы все бесплатное, готовы потратить свое время. Мне лично такой адреналин не нужен. Пойду я возьму в магазине кое-что. Не буду говорить, что. Это не секрет, но неважно, думаю. Так. В принципе, у меня здесь можно повернуть. Стрелочка зеленая. Кстати, Федя, видишь? Вот я тебе покажу. У нас... Ой, не видно. У нас стрелочки вот такие вот зеленые есть. Под красный можно ехать направо. У меня уже зеленый загорелся, в принципе, ладно. В России, знаешь, что таких стрелочек нету под красный поворачивать. В Молдавии есть. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачного дня. Все. Всем пока.